Изменения в 42-й гимназии заметны уже на входе. В отремонтированном фойе установили систему контроля доступа, оборудовали и пост охраны. Чтобы система безопасности соответствовала всем нормам, пришлось даже перенести главный вход. Но, пожалуй, самые масштабные перемены произошли в кабинетах информатики и физики. На капитальный ремонт классов из городского бюджета выделили почти 3 миллиона рублей. Закуплена мебель и оборудование. Еще 600 тысяч получила гимназия в качестве грантовой поддержки от мэра Барнаула, защитив весной этого года проект современной естественно-научной лаборатории для школьников. Мы приобрели различное демонстрационное оборудование по физике, которого еще не было в нашей школе. Мы приобрели различные цифровые лаборатории с датчиками. С помощью этих датчиков дети могут проводить свои исследования. Ну, например, мы купили лабораторию по физиологии человека. Соответственно, там большое количество датчиков, которые можно буквально на себя, на товарища или на кого-то еще, да, подключить и проводить различные эксперименты в том числе. Это все пробуждает у детей интерес, когда мы не просто теорию, да, формулу на доске пишем и воображаем что-то, а делаем это своими руками. И это только один из ярких примеров преображения барнаульских школ. Ежегодно на развитие бюджетных учреждений, рассказывает депутат городской думы Марина Панкрашова, выделяются немалые средства. А это 80 школ и 154 детских сада. Конечно, сейчас, зайдя в любое учреждение образования, мы попадаем как будто совершенно в другой мир. И это не обязательно только техника, это ведь и учителя. И мне здесь хочется сказать вот отдельно об этом. Потому что, чтобы работать на этом оборудовании, многие учителя проходят курсы повышения квалификации. И, ну, наверное, привносят что-то свое, создавая вот эти комфортные условия. Еще раз хочу сказать, комфортные условия – это не стены, не мебель, не техника, это еще и люди. И вот это все у нас в городе Барнауле есть и работает в достаточно хорошей системе. До конца этой недели депутаты городской думы и члены комиссии завершат приемку всех учреждений образования. А чуть меньше, чем через месяц, школы Барнаула распахнут свои двери для 80 тысяч ребят. Еще 42 тысячи детей пойдут в детские сады. Анара Шагирова, «День с толком».